как те мои указания. Ба. Сука. В смоке я его убил, но меня тоже убили. Радость и печаль в одном предложении. Продаешь молчи, деньги. Молчи. У меня 600 рублей, у меня уже 600 молчи. Рублей. Молчи. Я редко играю, вообще, ну, у меня скоро сейчас кейс дадут. 3 числа разбан торговой площадки, я продаю, короче, капсулу за 2500, я вообще супер-мега-богат. Блять! Да-да-да, CSGO. Кто-нибудь из вас вообще думал, что такое будет, нет? Я давно хотел в нее поиграть, и вот появилась возможность. Записать обычную CS я, к сожалению, не успел, но это и к лучшему, ведь я сразу поиграл в обновленную CS 2. Собрал я все самое интересное, надеюсь, вам понравится. Приятного всем просмотра. Это что за школьники, блях, муха сидят? Так, я вроде понял, как тут винтовки. Вроде понял, как тут. Вау, какой тут графика. А вот, я за тобой пойду. Все, давай, ты будешь меня вести. Нифига себе. Во, я тебя нашел, вот ты, красный сидишь. Сюда можно выходить, да? Да, иди вниз там, типа. А, там, ладно. Если налево, там, короче, мид. Там обычно тусят. А выходят они вот снизу направо. Вот. Понял, учитель. У меня что-то получается. Учитель, я молодец. О, учитель. Там. А где это? Учитель, я убил, я молодец. Лох. А где? Кто? Я почти убил. Я добил. Спасибо, учитель. Ты куда? А, ну ладно. Я туда же на банан, это банан называется. Куда мы банан, идем? Я запомнил. Банан так банан. Почему банан, кстати? Нас пушит, типа, осторожно. У нас пушит, нас... это значит, идут на нас? Так, на... А, все, я понял. На ноге, короче. Я убил, учитель! Еще один. Еще раз убил? Меня бы тоже научить надо. Может, ты учитель? Я молодец? Да, там сейчас еще. Я молодец! Да, еще, типа. Ага. Нифига себе! Самый ценный игрок в Вайн за и наибольшее число убийств. Понял. Я убил с первой пули, ну почти практически. Нифига себе, я тащил. Поставь. Я с пистолета убил! Заебись. У тебя тоже в разминке пиздец призы, нахуй. Поучаствовал много. Да. Капец, у вас, конечно, все плохо, у меня все плавно. Да подожди, через годик и у тебя залагает. А у меня бомба, блин. Нифига себе, какой классный дигл. Ага, интересное оружие. Одно хп. Я уже ненавижу эту игру. Тут через дым пульки так красиво проходят. Вау. О, сгорел. А где все, учитель? О, сгорел. Мы не проиграем, с вами я и учитель. Обнадеживающе звучит. Малый мид есть. Я не понимаю твоих слов странных. Малый мид, большой банан. Ай, слева, я не заметил, чёрно! Наш должен выиграть, да? Ну, я надеюсь, наш выиграет. По идее, да, надеюсь. А, он даже не слышит слева. Есть! Надеюсь, мы выиграем. Представь, первая катка в моей жизни, мы выигрываем. Победа! Я даже ничего не сделал. Нихуя, мы закомбэчили нормально. Да, молодцы, бля. Ты посмотри, моя иконка тут. Учитель, я тут пошел за кем-то, я не знаю за кем, он, мне кажется, сейчас сдохнет. Ты на улице. Ну, почти! Нам опасно. Добил. Ну, было опасно, да? Ослепили на 20, блядь, 7-дюймовый экран, белый свет. Ах, мои глаза. Опять закидывают гранатами своими, скотины. Я смогу что-нибудь им сделать, нет? Да, блядь, его АВП ему в жопу. Угу. Вот сюда, да? Давай, иди первый. Хорошо. А что тут такого? Ну-кась.
Я как? В меня? Нет. Ты в меня, по-моему, да, попал. Я его в целый магазин в голову всадил. У меня даже на записи это все было запечатлено. Как? Не знаю. А с чем ты был? Калашом. Но она с одной должна убивать голову. Спасибо, учитель. О, у меня аук. Должно быть хорошее, да, что-то? Нет, говно, а не аук. Тут вообще можно убивать, нет? О, получилось, нифига себе, я симпл. Ага. Отовсюду я хер пойми знает, откуда стрелять, зачем стрелять, и по кому стрелять, вот подниму. Блять, есть. Курочка. Так, сюда могу выйти, да? Осторожно, дверь откроешь, там тип будет. Ага. Чуть не попало в меня. Да ладно, все, я справлюсь, учитель. Я смогу сделать это, учитель. Мне страшно, учитель. Это маяк, по-любому. В смоке я его убил, но меня тоже убили. Радость и печаль в одном предложении. Вот, нашел тебя. Сейчас буду говорить, где. Там двое, там один. Хорошо. Давай дальше. Заходи, там никого нет сейчас. Слева, слева идет, кажется, в коридоре. Да, да, сейчас. Да, оттуда должен выйти. Оттуда идет. Беги быстрее. Давай. Ебать. Так, я на А вот это побежал. Я уже разбираться начал. Давай. Да, тебе узнать, еще осталось яма, пауз, между... Какие-то сложные слова, очень сложные слова, не надо, прекрати. О, хорош. Забрал, ого. Повезло. Еще одного забрал, нормально. Опять повезло. Ну да, повезло, конечно. Странные у вас слова, джанки, какие-то коннекторы, сварщики, mm-hmm. что ли? Близко. Есть, двоих, двоих забрал, там еще двое было, но нечестно. Давай, как открыть дверь? Сразу, там чел будет, на Е. Куда? Куда? Я закрою. Откуда ты здесь должен был выйти? Добей, добей. Да неужели, неужели? Ладно, поспешил. Все, я за вами, учитель. Больше я вашим манипуляциям поддаваться не буду. Дверь сами открывайте. Вон в каком-то углу справа от тебя. Вон ровно, где А направо показывает. Вот сейчас выйдет слева, 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 слева. А нет, он за дверью получается. Или тут. Вот где А справа, вот А значок, он выходит. Есть. Один хп. А. Вообще не сказал, что тут. Ебать, три штуки. Показать мне, ну почти убил. Показывай. Нифига себе, красивая штука. Как осмотреть? На F. F. Мне так неинтересно. Вау. Дракончик классный. Тем более зеленый. Красивый цвет. Ладно, где все эти нубы? Она на разминке лагает. Нубло. Приедет. 21 хп. И я выхожу и просто... Ага, 13 хп снесли, нет, спасибо. Я даже не заметил, откуда они снесли. Ага, спустился вниз к коридору. Надеюсь, я правильно сказал, как те мои указания. Бумба. Сука. Ха-ха-ха, есть. Между, знаешь, где это? Нет, объясняй словами. Ага, а дальше? Вот, вот где вот большое вот это окно, вот они там. Вон то? Сейчас, подожди, я тебя... Есть, хорошо. Справа, вот за вот этим большим ящиком. Идет, идет, идет. Хорошо. И... Еще где? Сзади, сзади. Вот. Нет. Здесь? Справа. Вверху вот палос, видишь? А, палос, это? Палос. Налево, налево палос. Вон, слышишь? Нет. Слева. Сверху, слева. Там? Да, да. Я не буду чекать. Ай. Время идет. Иди убивай его. Я смогу. Он выйдет точно, ты его видишь? Да, он пока стоит. Он стоит. Я, как пойдет, я скажу.
хорошо. У меня нормальная позиция, нет? Топовая. Сейчас, смотри, сбрить должен. Но он стоит, он не выходит. Так, бежит. Выходит. Ха-ха, соси биво. Есть. Ты доволен мной, учитель? Русский. Комментарии там тоже русские. Есть слева, а есть вот палос. Вот да, да, вот. Прям сейчас налево есть, типа у тебя рядом. Я говорю, рядом слева он перезаряжает. Ну, что могу сказать? Мне понравилось. Я, конечно, играл как тот еще рак, но отголоски проведенного мной времени в CS 1.6 и CS 0 давали себе знать. Что-то я все же могу. Мне очень понравилась графика и физика в этой игре, ну, почти, если не считая того типа, которого я в магазин слил, так очень даже круто. Надеюсь, вам понравилось. Может быть, еще когда-нибудь будет видео по КС-ке, это уже вопрос времени. А на этом все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Вайн, всем удачи, всем пока-пока. Не пишите, пожалуйста, в комментах, что я рак, я это и так знаю. Ну, ты сказал, мол, я слева, еще вижу. Слева, да, в этом коридоре, в яме, или как это называется. Короче, откуда я... Ну, ты понял. Блин.